Всем привет! Вчера вышла обнова Brawl Stars, и я вчера не записал, потому что уже было поздно, когда я узнал, что вышла обнова. Уже было 11 часов. Ну что ж, новогоднее обновление. Я вчера зашел, чуть поиграл, я потестил режим, обновление, в принципе, нормальное. То есть, слава богу, что они хотя бы не забыли новогоднее обновление выпустить. Вот это вот, да. Что ж, давайте откроем стардроп. Ничего нового. Так, что? Я тут ничего не забирал, сразу говорю. Я вообще тут ничего не забирал. Что тут в магазине? Ого, 60 экспы и... Ё-моё, Бравл Старс, ты чё? Господи. Вроде игра оптимизирована нормально, но когда что-то забираешь, она лагает капец. Не знаю. И подарок. Посмотрим. Опять залагало. Ну ёлки-палки, ну Бравл Старс, ну ты что? Посмотрим. Пинчик? О, еще и второй. Посмотрим, что выпадет. Пинчик, кстати, фупин. Аватарка прикольная. Реально прикольная. Пятая. Стардроп? Рарный. Спасибо. Боже. Ну, я не хочу обсирать обновы Brawl Stars больше. Я и так нормально так их обосрал на самом деле. Вот за это я обсираю Brawl Stars иногда. Ну ладно, похрен. А что еще? А что еще бесплатное? Понятно. Магазин залагал. Я, кстати, вчера получил ворона. Наконец-таки. Вороненок. Так, что? Сюда, что здесь? Хотя нет, это самое интересное на самом деле. Здесь пособираем. Что здесь? О, я сразу выбор открываю. Круто. Блин, на самом деле уже хорошие ощущения об этой обнове. Кого взять? Мистер Пи? Я думаю, взять нужно. Хотя Байрон может хилить, он как ворон, и он сильнее ворона. При этом он может хилить. Но при этом мистер Пимбо. А Макс, Макс я вообще ненавижу, я на ней вообще не играю. Наверное, Байрона, он более универсальный. Ага, новые квесты. Понятно. Так, Эдгар. Красавчик ты мой, Эдгар. Да, чуть-чуть я тебя прокачаю, ладно. Ладненько. На вороненок. Сколько? Феникс. Феникса нельзя за блинги купить. Жалко, ладно. Я, конечно, никогда не накоплю, скорее всего, на него. Поиграем в этот режим. Посмотрим. Может, повезет и мне попадется новый персонаж. Хотя нет, я думаю, уже нет. Леончик. Геймграб плюс Леон. Неплохо. Геймграб плюс Леон — это неплохая, в принципе, связка. У них Эдгар, Динамайк, Ворон. Ворон меня может плохо сделать, когда я в инвизии, меня будет все видеть, это минус. Динамайк закинет легко, да. А Эдгар убьет спокойно. Ой, боже. Ой, тиммейты. Нормально.
Нормально. А, най. Чего? А как он? Ну вот. Подберем. Все. Спокойно. Бенвизик. Вот так вот. И все. Так, дизлайк не будем кидать, кинем лайк. А то Петр Олегович меня убьет, если я кину дизлайк. Ой, так. Что? Стардроп. Кстати, опять X1 Стардроп. Был же X1, потом 2X, а сейчас опять X1. Ой. Наконец-то я записываю видео. Боже, я так соскучился. У меня просто вообще не было идей. У меня сейчас появилась идея. У меня сейчас просто скоро урок. И я такой, ну ладно, мне скучно. Мои друзья на уроках. Мне скучно. Может, запишу видео как раз в это время, пока мне скучно. Вот записываю. Слава богу, что хотя бы идея нашлась, потому что почти месяца не было видео. Почти месяца. Опять же говорю, это, ну, по большей части это из-за того, что не было идей. Да, конечно, была часть из-за того, что лень, но где-то 90% это просто не было идей. А все остальное это лень. Ага, я лоханулся. Ага. Дина. Нормально. О! Нормально, Дина, закидывай. Так, отхилимся. Так, я надеюсь, там не снесут наш сейф. Надеюсь. Так, попкорн. Нормально, парни, нормально. А что, у нас там разбирают, парни, у нас там разбирают. Да, вот кто у нас разбирает. А, я лох, я дебил, я придурок. Нас, кстати, могут сейчас разобрать спокойно. На самом деле. Нет, не разобрали, окей. Я думаю, это победа. На самом деле. Да, все, победа. Окей. Выполнили квест. И что? Давай, посмотрим. О, на Эдгара. Охренеть, повезло. Я думал, мне, ну, на Розу. Мне просто... Нет, мне вроде на... Мне более... Фу, бляха. Мне вроде на быка выпал. Бык, да? Нет, или да? Нет, мне значит на розу выпал. Да, мне на розу выпал. А теперь на Эдгара, охренеть. Что, давайте протестим Эдгара. Я знаю, он имба. Опа-на, мега копилка. Что? Вот эта карта. Давайте посмотрим, что это за карта. Поиграем за шарфика. Шарфик. Новый шарф. Эх, купил новый шарф спокойно себе. Это скин на Шелли, это... Стоп, а там... показала вот эту Шелли. У нее там, по-моему, либо скин какой-то, либо это, типа, у нее обновленная моделька. Это я ей модельку обновили, или это скин? Я за шарфа разучился играть, я просто год назад, когда он вышел, нет, он вроде 2 года назад вышел, я не помню, когда он вышел, он просто был имба, тогда крашилась игра от него. Во-первых, это была люто дисбалансная хрень, а во-вторых, от него крашилась игра, потому что он был бесплатен для всех. Я сейчас сдохну, скорее всего, нет, я не сдох. Так.
Господи, как интересно на таких куклах играть. Почему на таких куклах играют такие лохи? Ну типа, чтоб новички почувствовали себя мощными, да? Ну почему ты улетел, братец? Так, что? Что по этой катке могу сказать? Во-первых, у нас был клоун в команде. Это во-первых. Во-вторых, что? Во-вторых, скучно было. Давайте кандидаты. За вороненка. Вороненок. Вот вороненок. Погнали. Там мне на самом деле надо было выбирать, точнее, можно было выбрать либо Спайк, либо Ворон, либо вроде Амбер. Или... Нет. Мэг. Или что? Как она называется? Ну, вроде Мэг. Ну, короче. Либо Ворон, либо Спайк, либо... Кто-то еще. Ну, Мэг. Так. Я выбрал Ворона, потому что Ворон охрененный. У него еще... У него скины охрененные, ага. Да боже. Они просто еще более-менее... То есть они не пытаются мансить, они просто ходят непредсказуемо, поэтому невозможно почти попасть по ним. А вот это вот хитбоксы, что это? О, вот это вот хит, спасибо. Лови, братец. Прощай, братец, прощай. Так. Наверное, вы аж завтра увидите это видео. Хотя, может быть, и нет, просто после уроков я почти сразу пойду на тренировку, и у меня почти не будет времени, чтобы выложить видео, потом мне еще уроки нужно будет доделать, скорее всего. Хотя, может быть, нет. Если не надо будет доделать, то тогда я выложу обязательно сегодня. Да, вечером, ну что ж поделать. Ага, братец. Опа-на, Мортис, братец. Ё-моё. Мне это не очень нравится. Да, еще бы если бы я попадал, мне это бы еще больше нравилось, если бы я попадал. А я лох, я не могу попасть. Так. Не, ну карта неплохая, я просто лох. Я не могу попасть и все. Да. Да уж, да. Так. Скоро будем заканчивать, потому что... В принципе, мы посмотрели все, что можно было. Сейчас просто, ну, во-первых, чтобы чуть-чуть затянуть видео, чуть-чуть, потому что мне выпускать видео по 8 минут? Не-не-не, это коротко. Так, что? А во-вторых, потому что, ну, блин, просто повеселиться хочется. Скучно молча играть в какие-то режимы, где нельзя следить кубки. Ну и вообще скучно самому играть и молчать. Весело, когда с кем-то играешь. Да, круто. Да, круто. Круто. Молодец. Не, ну он гений. Я, конечно, не скажу то, что я прям был нормальный, но... Блин, ну... Он активировал щит против Биби. Я, конечно, понимаю, что рандомы чуть-чуть туговаты, но не настолько же. Но он отстал на год в развитии. Ой. Так. О, имбовая карта, понятно. Я всегда ждал такие имбовые карты. Ё-моё, братец, бро. Ну, то есть мне помог... Ну... Ну, вы сами видите, я даже не хочу это комментировать. Ой, как же это смешно, боже. Ну... Гений. Спасибо за банки.
А, мне жопа, брать сестры где-то. Ой, боже, я так отвык в эти режимы играть. Просто я привык вот эти обычные карты, которые Supercell делали. Вот эти вот карты, которые игроки делали, они, конечно, максимально фановые, из-за этого чуть непривычно в них играть. Охренеть, она меня с ульта снесла. А, она в тумане сдохла? Понятно. Так, ну я пойду сливаться, но с таким тиммейтом я не буду прям стараться играть, но нахрена, ну реально, нахрена это делать? Я буду сливаться с таким тиммейтом, но зачем мне стараться? Не зачем, по-моему. Ну вот, ну что это? Ладно, я полечу по приколу. Но прыгни, добей. Боже, ты... Боже мой. Повезло ему то, что Ева может... Точнее, повезло этому челу Агламу. Агламе то, что Ева может по воде ходить. О, эпик, ни хрена. Вы очень добры. Так, а что у меня там вообще по спреям? Я просто долго не смотрел спреи. Ух, нифига у меня спреев. Чё так мало? А, даже так, да? Охренеть. Так. Что я имею? Что мы имеем? А, я бомж, точно. А, я понял. То, что посвящается золотом, это типа то, что я имею. Да? Ну, похоже, да. Похоже, так оно и есть. Не, я лучше тебя поставлю. И не будем заморачиваться. Правильно. А вот пинчики у меня есть. Вот дизлайк нужно заменить нахрен. Что это? Что вот это? Вот это, оставим. И давайте еще одну каточку. В мегакопилку я буду играть. Если мой клуб будет играть, будет отлично. Просто в прошлую мегакопилку только я играл, я один человек, то он несколько раз поиграл и все. И в итоге я только продвигал, в принципе, эту копилку. Так что обидно. Надо найти как-то новый клуб. Просто когда я ищу, другие клубы вообще не проходят на эту мегакопилку. Я понимаю, что она, в принципе, почти бесполезная. Она, в принципе, почти ничего не дает. Ну, почти. Это как сказать на самом деле. Может, она что-то и даст такого прикольного, но прям охрененного дропа она не даст. Поэтому многие в нее не играют. Обидно на самом деле, потому что 20 старых дропов. Ну это не хухры-мухры. 20 старых дропов. Да еще, в принципе, нормальный дроп. Ну реально, в принципе, нормальный дроп. Ага. Угу. Лови. Не-не-не-не. Лови меня, братец. Я сдох? Нет, я не сдох. Ага, не, я сдох, походу. Или нет? Не, походу я не сдох. Я не сдох, боже. Охренеть. Я разучился играть в эту помойку. Я реально разучился играть в эту помойку, боже мой. Я такой лох теперь в этой помойке. Ау. Да за что вы так? Туман. Ладно. Ладненько.
А, кстати, а что там, новый бравлер вышел? Или что там? Нет, его даже здесь в списке нет. Ну ладно. Ладно. Что? Кстати, говорили, есть такая, появится такая хрень. Она, похоже, ни хрена не появилась. Ну, походу, у меня такое ощущение, да. Ни хрена она не появилась. Ну да. Пошел я. Она ни хрена не появилась. Обидно. Говорили, появится хрень, где типа будет показаны старые скины какие-то. Не, ни хрена. Кстати. У моих друзей такая хрень есть, типа у них есть вот эта коллекция старых скинов. Она показывается. У меня нет. Может, это связано с тем, что я не получил какого-то Рика, например, или что. Я не знаю, в чем дело. Хотя, Рика. Где Рика? Вот Рика. Вот, даже здесь нету этого рикошета, который старый, типа. Ладно. Что? Поздравляю с первым днем снега. Точнее, в моем случае, с 13-м днем снега. Да, они чьи уроки. Ладно, я счастлив, то, что наконец-то записал видео. Ой, завтра выйдет видосик по игре на новом бравлере. Потому что вроде как, если не ошибаюсь, да, в третий день, типа, его дают бесплатно. Так что завтра выйдет видосик по нему. Хотите, ждите, хотите, нет. Ну и ладно. Так, что, подводим итоги. Обнова нормальная. Но еще ж просто не Новый год. Еще добавят что-то 100%. На этом я закончу. Всем пока.